И в этом году Карачаево-Черкесия поставила рекорд среди субъектов СКФО по количеству установленных мировых рекордов. Ну а на днях в Черкесске состоялось вручение сертификатов лауреатам фестиваля мировых рекордов, который в нашей республике проходит уже в третий раз. Ахмат Халкечев продолжит. Уникальности событию добавляет и то, какие гости прибыли в нашу республику для чествования рекордсменов. Пожалуй, в истории Карачаево-Черкесии еще не было такого, чтобы одновременно в одном месте собралось такое количество мировых звезд спорта. Главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко отметил, что фестиваль, ставший уже традиционным для нашей республики, демонстрирует качественный рост. То, что происходит, это все полезно для республики, для развития в том числе. Автором и организатором идеи фестиваля мировых рекордов в Карачаево-Черкесии является известный наш земляк и неоднократный рекордсмен Марат Узденов. В этом году он установил рекорд наибольшим количеством отжиманий с утяжелением в зубах в 24 килограмма на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря с результатом 12 повторений. Свой сертификат рекордсмен подарил детскому реабилитационному центру в Карачаевске. Наша республика является первым и пока еще единственным регионом страны, где уже на регулярной основе каждый год устанавливаются мировые рекорды. Но после вот этого фестиваля, как только мы сфотографируем всех рекордсменов и закинем в базу общих мировых рекордсменов, то тогда мы станем в первую пятерку рейтинга. То есть мы в России будем в первой пятерке среди всех субъектов. Это вот многомиллионная Москва, там будет многомиллионный Санкт-Петербург будет, и Карачаево-Черкесия всего 450 тысяч. На душу населения мы сегодня уже рекордсмен среди всех субъектов Российской Федерации. Череду высокогорных рекордов продолжили Дахир Хубиев и Бекир Узденов. На высоте 3200 метров Дахир поднял 32-килограммовую гирю 51 раз. И на той же высоте в 3200 Бекир Узденов в течение 1 минуты сделал 30 отжиманий на брусьях с утяжелением на ногах 20 килограммов. Также в этом году уже официально удалось зарегистрировать рекорд рода Узденовых, установленный в 2018 году. Это было самое массовое восхождение однофамильцев на самую высокую точку Европы – горы Эльбрус в составе 40 человек. Ну а самый юный участник фестиваля Рамиль Байчуров свой мировой рекорд среди детей до 9 лет установил, сделав 1535 приседаний на высоте более 3000 метров над уровнем моря. А это последние минуты. А еще один из высокогорных рекордов фестиваля 2020 установил первый замминистра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев. На высоте более 2000 метров над уровнем моря за 40 секунд сделал 19 больших оборотов на перекладине. Так получилось, что то упражнение, которое я сделал, оно как бы было оценено высоким жюри и признали как рекорд. Ну, это как бы, наверное, стимул для моих сверстников повторить, перебить этот рекорд. Не менее интересен и список гастрономических рекордов. Мурат Узденов приготовил 136,2 килограммов бышлах бешергена. Азамат Джамбаев в течение 15 часов пожарил 1404 хачина. А первой женщиной Карачаево-Черкесии с личным рекордом стала Любовь Рамазановна Узденова. Она в течение одного дня вручную замесила свыше 260 килограммов теста для хачинов предыдущего рекордсмена. А еще сертификатами, подтверждающими фиксацию мирового рекорда, отметили 9 всадников, которые в течение 13 дней преодолели 740 километров на лошадях карачаевской породы. Также Марат Узденов поделился планами придать в следующем году фестивалю статус всероссийского и вывести нашу страну в первое место по числу мировых рекордов. Ахмат Халкечев, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия.